Владимир Владимирович, вы ранее заявили один раз, что отношения между нашими странами будут зависеть от выборов. Выборы прошли в Грузии, новая власть, и один из первых шагов со стороны нового премьера было назначение спецпредставителя. Буквально неделю назад была встреча с господином Карасиным, господином Абашидзе. Хотелось бы от первого лица узнать, как вам видятся дальнейшие отношения между нашими странами, исходя из того, что и для грузинских новых властей главный приоритет – территориальная целостность Грузии, евроинтеграция и членство в НАТО. И готовы ли вы на диалог с этими новыми властями? Спасибо. Мы видим позитивные сигналы, очень пока сдержанные, но все-таки позитивные сигналы от новых грузинских властей. И то, что назначен специальный представитель правительства Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией, мы это, разумеется, не только видим, но и приветствуем. И, как видите, ответили тем же самым, иначе не было бы встречи с Карасиным. Мы отвечаем тем же самым. Но я хочу обратить ваше внимание на проблему, которая хорошо известна. Она заключается в том, что действующий президент, господин Саакашвили, он завел ситуацию в тупик. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, как отсюда выбираться. Россия не может изменить свое решение, связанное с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. Но мы не можем это сделать по определению. А Грузия не может согласиться с тем, чтобы признать их независимый статус. Я не представляю, что можно здесь сделать. Мы реально хотим нормализации отношений с Грузией. Хотя, значит, с точки зрения экономической, конечно, ну, что, надо прямо сказать, Грузия заинтересована в этом больше, чем Россия. Но мы здесь не собираемся нос задирать и говорить, что нам это не нужно. Нет, мы считаем, что отношения между двумя очень близкими народами нужно нормализовать, нужно обязательно к этому стремиться. Вот как преодолеть вот эти самые сложные проблемы в наших отношениях, у меня пока нет ответа. Но поскольку появились люди, которые готовы заняться этим профессионально, давайте будем думать об этом вместе. Внимание всей мировой общественности было приковано к чеченскому вопросу, к чеченской тематике. Но сейчас, к счастью, Чечня стала зоной мира, благополучия, социально-экономического развития. И, в общем, сейчас в Чечне живется хорошо и спокойно. Но эпицентр всех негативных событий переместился в соседние, с Чечней республики. В чем вы видите, Владимир Владимирович, корень проблем? И что надо сделать, какие меры принять, чтобы стабилизировать обстановку? Что касается ситуации на Кавказе. Да, действительно, в Чеченской республике она отличается в лучшую сторону. И дело не только в том, что в Чечне совершается меньше преступлений и террористической, и другой уголовной направленности, а там меньше. Это в значительной степени заслуга региональных властей. Это так же, как и развитие экономической стороны жизни республики. Мы уже говорили об этом, вы сами хорошо знаете. Возрождение из пепла Грозного – это огромная заслуга чеченского народа. Конечно, это было сделано не без поддержки всей России, но без прямого участия самого чеченского народа это было бы невозможно. Что касается проблем Кавказа в целом, сегодня, ну, во-первых, количество террористических актов и количество преступлений террористической направленности все-таки стало в стране в целом меньше. Это такая абсолютно очевидная статистика. Но все-таки они совершаются, эти преступления и теракты. Уносятся жизни людей в результате этих терактов. Это уж всегда ужасно. Это всегда трагедия. Главная проблема сегодня какая? Это не только улучшение деятельности правоохранительных органов, хотя и это востребовано, но все-таки на первый план выходят социально-экономические вопросы. Создание новых качественных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Вот я уже говорил о том, что в целом по стране у нас 5,2-5,3% безработицы. Одна из самых низких в развитых странах. Но на Кавказе другая ситуация. На Кавказе там 15%, 20%, 25%, а среди молодежи еще больше. И это проблема номер один. Нужно занимать молодых людей работой,
конструктивной работой, нужно давать им возможность учиться. И все это вместе, наряду с продвижением современных идей гуманизма, воспитания российского, общероссийского патриотизма, все это вместе, уверен, принесет положительные результаты. Но это серьезная, большая и системная работа. Владимир Владимирович, вопрос такой. Вот последние несколько недель на ведущем телеканале федеральном муссируется новость о том, что люди убегают с Кавказа, в прямом смысле этого слова. Что вкратце, вот в регионе засилье кавказцев, которые ведут себя как хотят, которые ведут себя как дома и в прямом смысле сильно выдавливают русских. Вот прослеживается такой явно заказной характер этих сюжетов. Вот на ваш взгляд, кто расшатывает ситуацию, да, конкретно в Ставрополье? Потому что недавно поднимался, да, вопрос, в том числе и с хиджабами. Кому это интересно? И как все-таки вот успокоить жителей, в том числе Ставрополья, да, и тех, кто живет вне? Потому что те, кто не знаком с ситуацией, которая действительно происходит на Ставрополье, их охватывает паника. Ну, возникают вопросы. Нас конкретно паника охватывает. Вот как вы считаете? Я считаю, что успокоить жителей Ставрополя можно не тем, что мы сейчас кого-то будем шельмовать и говорить, что он распространяет гнилые и опасные слухи, хотя это всегда плохо. А успокоить жителей Ставрополя нужно более взвешенной, целенаправленной и эффективной миграционной политикой. И там действительно есть проблемы, о которых вы сказали. Но, например, очень много псевдоучащихся, псевдофилиалов крупных учебных заведений российских. Люди приезжают, в том числе из Кавказских республик, и не учатся на самом деле, а просто используют это свое формальное пребывание в этих филиалах московских вузов для того, чтобы легализовать свое там проживание. Но и это еще не все. Это нужно еще посмотреть на политику местных властей, связанную с распределением имущества и земли. И я не уверен, что там все в порядке. Это еще надо как следует проверить. Вот. И нужно наводить порядок в миграционном законодательстве и в режиме миграционном. Это первое. Второе. И люди не случайно озабочены. И я понимаю эту озабоченность. Второе. Нужно, конечно, работать со всеми гражданами Российской Федерации, откуда бы и куда бы они ни приезжали. Они должны уважать обычаи и культуру тех мест, того народа, куда они приехали на постоянное жительство. Для этого нам нужно проводить активную воспитательную работу, прежде всего, в тех регионах, которые являются донорами миграционных потоков, откуда люди уезжают, прежде всего, по экономическим соображениям. Нужно опираться на местное духовенство, нужно опираться на местных моральных авторитетов и с помощью родителей, с помощью общественных организаций заниматься воспитанием молодых людей. Откуда бы и куда бы они ни переселялись. Вот если мы будем действовать сразу по этим всем направлениям, нужно усиливать и работу правоохранительных органов и улучшать ее деятельность. Значит, бороться с коррупцией в органах власти и управления, в том числе в правоохранительных органах. Вот если мы все это будем делать настойчиво и последовательно, не злоупотребляя никаким из этих инструментов, то мы добьемся положительного результата. А на Ставрополье нужно обратить особое внимание. Там действительно много вопросов и проблем, о которых вы сказали. Что касается хиджабов, вы знаете, ведь в нашей культуре, в нашей, я говорю, когда нашей, имею в виду наш традиционный ислам, никаких хиджабов-то нет. Вот я уже говорил об этом как-то публично, могу повторить еще раз и вспомню сейчас. Я присутствовал как-то на одной крупной международной исламской, на одном крупном мусульманском мероприятии, исламской конференции международной. И мы являемся наблюдателями в этой организации. По моей инициативе, кстати сказать, мы туда вступили в качестве наблюдателей. Ну так вот, это большое собрание практически всех авторитетных людей исламского мира. Один из признанных авторитетов ислама в публичном своем выступлении неожиданно для меня вдруг сказал: что мы делаем? Мы запрещаем нашим девочкам и женщинам учиться. Мы одеваем их в паранджу. Мы сами создаем условия для того, чтобы мы отставали в своем развитии.
Это ошибка, так нельзя делать. Дальше, правда, он продолжил, мы вынуждены даже в связи с этим закупать оружие у наших врагов. Но я ему сказал, покупайте у друзей потом, что было очень кстати. Но он же искренне говорил и публично. Значит, в самом исламском мире авторитеты ислама говорят, что этого не надо делать. А мы у себя будем внедрять чуждые нам традиции? Зачем? И, конечно, мы все должны на это обращать внимание и прямо об этом говорить. И опираться в данном случае, конечно, на представителей традиционного ислама. Как вы знаете, это бесстрашные люди, которые ценой своей жизни часто защищают идеалы, которые передаются из поколения в поколение представителям мусульманских народов Российской Федерации. Конечно, хотелось бы говорить о другом, но, увы, после гибели нашего коллеги, ведущего программы «Вести Кабардино-Балкария», очень остро стал вопрос о защищенности журналистов. Скажите, пожалуйста, господин президент, что нужно делать для того, чтобы защитить тех, чье оружие слово? И можно ли, в принципе, защитить журналиста? Спасибо. Вы знаете, что есть профессии, выбирая которые, люди так или иначе понимают, на что они идут, связанные с определенной мерой ответственности и опасностью. И, к сожалению, это касается не только нашей страны, но и многих других стран мира. И ваша профессия входит в это число. И у нас, к сожалению, совершаются преступления подобного рода. Чем объяснить вот это преступление? На мой взгляд, только одним – желанием запугать. Желанием запугать. Потому что, как вы сами знаете, ваш коллега не вел никаких антитеррористических и прочих репортажей подобного рода. Это просто желание заявить о себе и запугать. Но я уверен, что результат будет обратный ожидаемому, потому что сомневаюсь, чтобы люди вашей крови, я имею в виду профессиональные, все сразу испугались и побежали со своих рабочих мест. Наоборот, скорее, больше найдется таких, которые скажут, мы не уйдем. Но можно ли что-либо сделать для повышения защищенности? Но государство обязано это делать. В то же время мы с вами прекрасно понимаем, каждому журналисту невозможно представить охрану. Гибнут у нас и сотрудники правоохранительных органов, и прокуратуры, и Следственного комитета, и религиозные деятели. Но это борьба всех нас, всего общества с терроризмом и с экстремизмом. Здесь есть жертвы. Конечно, мы должны их минимизировать. Будем всячески к этому стремиться.